Приветствую вас на первом циничном канале. И сегодня мы поговорим об одиночестве, о том, что кто-то ухитряется от него страдать, вообще об отношениях с людьми. Очень интересная тема. У меня за спиной Буденновская больница. В свое время, в 95-м году, она очень сильно прославилась. Может быть, этот корпус, может быть, не этот корпус. Больница та, просто мы на территорию не попадем. Видите, тут загорожено. Может быть, другой корпус, тут целый больничный городок. Она захватывалась войсками Шамиля Басаева. Вполне возможно, что корпус этот, несмотря на то, что вы на фотках увидите другой, он может быть облицован очень сильно, потому что та была практически разрушена. Может быть, какой-то корпус сносили, не знаю. Короче говоря, здесь захватили заложников, со всего города наловили огромное количество людей, вот эти бандформирования загнали сюда. Какое-то количество было непосредственно пациентов больницы, персонала, медперсонала. Какое-то количество просто нагнали мирного населения из города. Порядка 1500 человек были в заложниках и несколько суток там оставались. Дальше в общей сложности, ну, по официальным данным, считается, погибло 129 человек. Причем даже по официальным же данным признается, что порядка 30 человек погибло от огня МВДшных войск. То есть, когда их освобождали, непосредственно шел штурм, то есть, ну, как бы под дружественный огонь попали. Так вот, друзья, знаете, хотел, когда сюда ехал, хотел заехать в Беслан, по времени немножко не уложился, тоже поснимать там школу, кладбище. И знаете, что интересно? Обдумаю все, вот примерно это. Примерно захваты заложников, репрессии сталинские. Ну, как бы, я думаю, понятно, примерно, какого плана тематика. И знаете, уже нету какого-то ощущения, как от людей иногда слышишь, что как же они, зачем же там же больные люди лежали, вот, зачем же, как бы, как же они могли. Как могли? Друзья, это просто люди. Я имею в виду как раз сторонников Шамиля Басаева. Уже не приходит в голову, что как могли. А в смысле, они чем-то выделяются? То есть они чем-то отличаются от тех, которые захватывали Беслан? Они чем-то глобально отличаются, не знаю, от тех, кто расстреливал на Бутовском полигоне? И там детей в том числе расстреливали. Там одному пацану даже приписали годы жизни. По-моему, 13 лет расстреляли, как 15-летнего. Приписали ему то ли год, то ли два жизни. Не могли расстрелять даже по закону. То есть глобально, чем они отличаются вообще от обычных людей? И я много, сами понимаете, не могу сейчас говорить, от кого они еще там, на мой взгляд, не особо отличаются. Времена, друзья. Говорить можно, я в свое время тоже считал, что говорить можно все. Были какие-то времена, там сталинские репрессии, вот, а теперь-то их нету, и говорить можно все, что угодно. А это было в маленьком межсезонье, друзья. Вот. Говорить теперь тоже можно далеко не все. И далеко не все, кого я перечислил, как бы от них они не отличаются. Увы. Так вот, люди как люди. И знаете что, меня это уже не смущает. Меня не смущают такие вот люди. И я единственное удивляюсь на тех, кто тяготится одиночеством. Просто когда понимаешь, что есть человек, одиночество становится желанным явлением. Единственное, что меня во всем этом смущает, несколько раз я с такими людьми сталкивался, вот и вчера столкнулся с одним. Торможу на обочине ночью, вот, просто санитарная остановка, скажем так. Но ночь, темно, я на всякий случай аварийку включаю, чтобы никто не въехал там на обочине же. Вот, и тормозит сразу какой-то чувак, говорит, помощь нужна. Вот, подумал, что я что-то там поломался, заглох. Я вот не понимаю, куда их вписать, вот этих людей. Вот куда тех, кто захватывал, вписать, я вполне понимаю. Это люди, просто люди. Вот, а куда вот это вписывать? И думаешь, чувак, зачем ты помощь предлагаешь? Не, ну я все там, как говорится, нет, все нормально. Вот, думаешь, зачем ты помощь предлагаешь? Ты портишь мое представление о людях, чувак. Ты проявляешь себя, каким мог бы быть человек. Но основная масса ими не является, этими людьми. И если бы я понимал, что люди 100% вот такие, которые здесь пациентов в больнице расстреливали, да все нормально, война всех против всех. То есть ты понимаешь, что ждать. Как Шарапов говорил, что на фронте проще, там, как говорится, есть линия фронта, а здесь вот с этими бандитами, там непонятно, нету фронта прочерченного. И вот если бы не попадались вот такие чуваки, которые помощь предлагают на дороге, все было бы, наверное, проще. К людям отношение было бы, ну, понятное. Можно было бы жить, как говорится, ну, вот я хожу по улице, он разрешенный, скажем так, длины, разрешенной ширины, вот, ну, как-то без него мне было бы уже, наверное, скучно, вот, хорошая острая штука, пока я им только сам себе руку порезал, причем очень хорошо, так вот, все понятно, но куда тогда приписать вчерашнего чувака, и вот здесь, как бы, когда мир становится на 0,5% непонятный из-за таких чуваков, приходится, ну, как бы, уже вот этот инструмент
менять на одиночество. То есть думаешь, блин, ну раз однозначно нельзя, как говорится, все к этому инструменту сводить, то тогда одиночество. Тогда наоборот уход и отшельничество. В лучшем случае полное, не знаю, куда-нибудь там в горы, в тайгу. В худшем случае здесь социальное отшельничество. Но здесь опять же социальное отшельничество, так к тебе подойдут. Эти же люди, которых тут перестреляли, они же тоже как бы ни до кого не докапывались. К ним пришли, елки-моталки. Вот, поэтому социальное отшельничество, оно как бы не очень. До тебя все равно докопаются. А предмет этот, по сравнению там с тем же калашом, он как бы, ну это смешно. До тебя-то докопаются далеко не с перочинником. Вот. Ну вот так вот, друзья. Поэтому еще раз, офигеваю от людей, когда они говорят, как побороть одиночество. Вот мне одиноко. Чувак, отдыхай. Пока тебе одиноко, пока к тебе не подошли вот эти, когда, пока к тебе не подошли люди, вот, ты потом будешь это одиночество вспоминать просто благоговейно. Единственное, может быть, недолго, вот, долго не получится. Поэтому, друзья, если вам одиноко, радуйтесь. Когда вы отмечаете, мне одиноко, вы, посылка-то правильная, все, одиноко, молодец. Вот, вы выводы из этого неправильно делаете, что это как-то плохо. Это хорошо, друзья. Когда вокруг вас мало людей, это хорошо. Это знаете, как психиатр задает вопрос пациенту, за что вы так ненавидите окружающих? А зачем они меня окружают? Ответил пациент. Так вот, друзья, когда вас никто не окружает, это хорошо. И поэтому я знаю, что такая тема, одна из больных тем мужского движения, это одиночество. Друзья, радуйтесь. Радуйтесь по этому поводу. Ну вот, такое вот место. Тоже думал, почувствуется здесь что-то, не почувствуется. Да нет, глобально нет. Вот, такого прям чего-то. Но я думаю, что в Беслане, конечно, было бы, скажем так, более человечно. Там еще больше людей погибло, дети. И там можно было, судя по всему, прям в эту разрушенную школу зайти. Там больше, скажем так, человеком пахнет. Больше проявились люди там. А здесь я даже не уверен, что это тот корпус. Вот. Может быть тот, но хорошо тогда надстроенный, оштукатуренный. Вроде бы где-то в этой больнице есть, кстати говоря, стена со следами пуль, где расстреляли именно заложников. То есть не погибли при штурме, а именно расстреляли заложников. Вот. Ну, блин, там вход только по пропускам написан, нас туда не пустят. Вот. Если подойти и сказать, дайте сейчас поснимать, ну вы понимаете, что в какой стране мы находимся и в какое время. Скажут, надо посовещаться с главным врачом, с министром здравоохранения, еще с кем-нибудь посовещаться. И потом это самое, становитесь сами к этой стенке на всякий случай. Ладно, друзья, продвигаемся, сейчас едем в Элисту отсюда. Парадоксально, парадоксально, только что проезжали Кавказ и чуть-чуть буквально в Чечню там был поворот. А сейчас едем в соседнюю республику, уже Калмыкия. Тибетский буддизм основное, самая миролюбивая религия считается. Ладно, поехали посмотрим, как такое может быть.